И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр и Булатик. Сегодня у нас небольшая прогулочка по городу Бровары. Снимем вам коротенький видосик. Понедельничек у нас сегодня, 26 месяц лета идет. Мы прогулимся. Ой, говорю, месяц лета, 26 день лета идет. Как обычно у меня с датами что-то не срастается. Прогуляемся мы по Броварам, по улице Независимости. Нашего мальчика прогуливаем, мы сами дышим свежим воздухом. Наслаждаемся погодой и природой. У нас немного похолодало, шли дожди. На площадочке там колёжи поналивало. Поэтому мы эту свинюку не ведем во избежание купания в лужах. Потому что потом его деть некуда будет. Квартиру как его потом пустить? Поэтому мы прогулимся по городу. Завтра, если получится, вон, Владик, в туалетик. Сейчас мы поубираем, продолжим видос снимать. Не, что-то мы передумали. Прошла мысля. Вон. Завтра у нас есть желание проехаться в лес. Если все сбудется, сложится, мы завтра поедем, прогуляемся в лес и тоже вам снимем видосик. Обязательно отчитаемся об обстановке в лесу, потому что тоже мы вот вчера, по-моему, хотели пройтись в лес, но пришлось нам спасаться бегством, потому как на нас набросилась стая диких комаров. Чуть нас не съели. И мы благополучно убежали. Да. Ну, конечно, мы же позируем. Вот такие вот дела. Вы же не забывайте, прожимаем лайкосики. Подписываемся на канал. Не стесняемся. Для вас мелочи, для нас приятно. Тем более, что мы с Булатиком стремимся к 1000 подписчиков, так что поддерживаем, помогаем. А мы будем для вас снимать видосики, свеженькие выкладывать, чтобы вы были в курсе событий. Наконец-то тучки разошлись. О, перестал идти дождик. Булатик, он никак не может настроиться на мысль, куда бы ему сходить в туалетик. О, надумались. Сейчас, подождите секундочку. А так наш Булатичек, маленький мальчик, сходил в туалетик. Да, сходил в туалетик, мы поубирали, так как мы культурные воспитанные собачки. И продолжаем прогулочку. Великолепное настроение. Надеемся, что и вам мы смогли поднять настроение. Он даже Булатик с удовольствием позирует. На этом, дорогие наши зрители и подписчики, будем заканчивать сегодняшнее небольшое такое видео. Да, что это мы унюхали. Будем заканчивать небольшое наше видео. Спасибо, кто прожал лайкосики, кто не прожал, прожимаем. Лайкосик, подписочку на канал, колокольчик, чтобы получать уведомления. Мы же вам желаем хорошего настроения, прекрасного вечера, времяпрепровождения, чтобы ваш род приумножался, женщины не сохли, мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. До новых встреч, мои дорогие. Пока.